Привет, братва. Я сейчас с Красноярска приехал с батей. Там я записал много видосов, когда с ним ездил, ну просто болтали там. Были там хороший видос, где я что-то хорошее рассказывал, там первый видос. Я сон свой рассказывал хороший. Хорошо получилось такая, ну. А потом там дальше в негативизм я пошел. Следующие два видоса там не очень-то приятные. Думаю, выложу вот только вот этот хороший, где я про сон рассказываю. Это новая искренность. Ну и вот этот видос последний. А те, которые там в промежутках, наверное, не буду выкладывать, потому что лень там. Да, и они какие-то негативные. Ну, у меня... Я бросаю курить, пить кофеин. Бухать я бросил уже навсегда, это точно. И вот у меня сейчас тяжелая, ну, ломка. Негативизм, но... Купил тут себе поесть. Чувствую себя заебись, так, ну... Как бы... Я смог купить только один вид лекарства, самого такого основного, который помогает справиться с тревогой, ну, по рецепту врача. Больше у меня денег не хватило, потратил 3600 с чем-то, ну, то есть, его за 300 рублей купил бананов, и, короче, блять, бананы давно не ел. Тефтели с картофельным пюре и соусом. Это бананы дорогие, пиздец. Ну, понятно, что цены будут расти. Вообще чувствую себя комфортно, так знаешь. На расслабоне. Облегчилось страдание. Ну, вот это вот сейчас период страдания идет, когда бросаешь курить. Тревога усиливается невероятно. Но сейчас я чувствую себя нормально так. У меня вот где спина, да, верхняя часть спины, там нервные скопления, они расслабились. Я просто смогу находиться в толпе людей и чувствовать себя вообще, ну, вот сейчас, благодаря этому лекарству, чувствую себя просто похуистично вообще. Хоть там в спину дышит, хоть там кто-то что-то базарит, орёт, что-то там. Просто похуй. Я могу гулять, блядь. И как говорил Дон Хуан, когда Краснознайзе спросил у него. А что ты будешь делать, если ты окажешься в хуёвой ситуации, там, ну, на улице, там, тебя доебутся, там... А я просто не окажусь в этой ситуации. И вот в этом состоянии я не окажусь в плохой ситуации. Потому что вообще тревога полностью уходит. Но ты не становишься от этого слабым или беззащитным. Ты становишься наоборот более осознанным и свободным. Ты чувствуешь себя как человек, а не как загнанный зверь. Наоборот, ты чувствуешь, у тебя энергетика очищается, так знаешь. Никаких конфликтов нету обычно в этом состоянии. Ну, если ты, конечно, сам не лезешь на рожон. Ну, если не подходишь просто к незнакомым гопникам, быдлу всякому, который сидит там, бухает. И начинаешь с ними пытаться сдружиться, они до тебя доебываются, блядь, постепенно там. Потом тебя пиздят, оборовывают. А если просто, знаешь, так спокойно ходишь, там, ничего, то нормально, блядь. Все нормально вообще. Все заебись, короче. В общем, наступать мне некуда, я пояснял, почему. Что-то мне даже лень выкладывать. Я выложу только, наверное, вот этот первый видос, где я про сон рассказываю.
и вот этот видос. А эти промежутки, которые я снимал дохуя там с батей, когда ездил, я не буду выкладывать, потому что пока что лень. Потом, может, выложу.